Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Lesson 71, урок 71, exercise 5, упражнение 5. Прочитай и догадайся, кто мог бы быть участником разговора. Первый. May I have some tea, please? Here you are. Thank you. You're welcome. И второе. Would you like some cabbage? Yes, I would like some. Here you are. My pleasure. Первый разговор. Можно мне немного чая? May I have some tea, please? Вот, пожалуйста. Here you are. Спасибо. Thank you. Не за что. You're welcome. И второй разговор. Would you like some cabbage? Не хочешь немного капусты? Yes, I would like some. Да, хочу. Here you are. Вот, пожалуйста. My pleasure. Большое спасибо. Итак, это может быть разговор между мамой и сыном. A mother and a son. На этом наше задание выполнено. Если хотите смотреть остальные видео, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал и на наши группы в социальных сетях.